Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Ну что же, энергию я всю накопил, поэтому, ребят, продолжаем с вами набивать, как говорится, проценты для того, чтобы мы смогли с вами 1500 монет заработать. Поэтому в бой! Тут у нас все первого уровня, ребят, ну это вообще халява на самом деле. Я не знаю, почему у них уровень не повышается. Вот сам Гер Омлет, как мы видим, тоже первого уровня. Это для нас просто как мана небесная. Халява, грубо говоря. Ух ты, это кто еще? Это орк, ребята. Что-то он слишком быстро бежит. Эй! Секунду, почему? Что там делать? Что это такое? Что? Защита какая-то? Бум, взорвалась, отлично. Так, давайте, ребятули, я вызываю кузнеца. Кузнец нам понадобится здесь. Что это за хламон такой, а? Я ведь помню, как-то мы с ним дрались. Он, по-моему, что он делает? Он уже ничего не делает, ребята. Он уже валяется просто-напросто и отдыхает. Жесть какая-то. Тут смотрите, какие монстры. Так, двойная энергия. Давайте по Шурику все это быстро делать с вами. Стрелка вызовем. Пау! Отлично. Ну, я думаю, что здесь будет победа, естественно, ребят, за нами. Так, давай еще вызовем одного шамана. Так, какого фига там делает у нас лучник с трясущимися руками? То есть это дед Эркинсон, а я бы его назвал по-другому. Дедушка Паркинсона. Вообще шикарно, мы тут разносимся. Вот это я понимаю, ребят. Вот здесь вот изи, в отличие от сюжетной линии. Там, конечно, вообще жестяк творится. Просто, я не знаю, меня там разбирают с полтычка. Ну что, получаем 11 монет. Пузи, куранок и все. Кстати, ребята, у меня появился один новый юнит. Сейчас я вам попробую его показать. Так, сейчас, секундочку, где? Вот здесь вот он у меня. Так, карты в наличии, конечно же, в наличии. И смотрим, я не знаю, правда, где он находится. Но я знаю, что он у меня появился. Вот, смотрите, ребята, эльфы. Кто такой? Финфиники. Так, и что же ты делаешь? Без остановки идет вперед и толкает всех назад. Без остановки идет вперед и толкает всех назад. Интересно. Давайте, может быть, проапаем его, а? Посмотрим, ребята. Здоровье у него 1500. Это, кстати, немало. И, наверное, мы с вами... Блин, 350. Не хватает голды, ребята. Я хотел деда алкаша здесь проапать, но не выйдет ничего. Ладно, тогда мы с вами продолжаем набивать проценты. 15 уже. Наверное, еще боя 2, и у нас будет 20%. Не знаю, правда, будем ли мы на этом останавливаться, или все-таки лучше там добивать еще, потому что там какие-то у нас и юниты новые открываются. Так, это что? Это что за танцор? Давай, ребят, конечно же, Полли вызывать. Полли сейчас все сделает как надо, ребят. Вот мне вот это вот убивает, что он там танцует 3 часа перед тем, как сделать удар. Опа! Шикарно! Ай, ай, кричит Гер Омлет. Конечно, ай, сейчас тебя просто разберем, вот и все. Делов-то на копейку, ребята. Бум, не успели. Какой-то цыплак здоровый просто-напросто. Тихо, тихо, тихо. Ты куда этот цыпленочек побежал? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Смотрите, ребята. Этот кур дает, как говорится, нам дрозда. Бумс, минус. Так, Эркинсон, да, и щитоносец у нас вот вышел. Давайте еще одну поле вызовем. Одну. Ну, вообще-то, ребята, это мужик, ну, судя по тому, что они... Вообще, это раса какие-то, ну, я бы сказал, то не буду, ребят, выражаться здесь. Надеюсь, вы сами понимаете, да? Смотрите сами, с прическами. Он вроде как мужик, но в то же время на каблуках. Жесть какая-то. В общем, Гер Омлет у нас повержен. И давайте смотреть, что нам здесь выпадет. 13 монеток, шаропопка и... Мистер Остроносый. Ребят, кстати, Мистера Остроносого тоже можем проапать с вами. А, нет, 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 я уже сюда смотрю. Еще, ребятушки, один бой, и у нас будет 20%. Ха-ха. А если будет у нас 20%, соответственно, 1500 голды сразу в копилочку к нам капнет, и мы с вами проапаемся от души. А ну-ка. Бумс. Как говорится, добегался, хламон. Этот чувак со взрывчаткой идет, да? Какой-то Аквамен. Так, вот этих нужно разбирать. Шаман. У меня, ребята, видите, преимущество в основном на стрелков идет. Вот вызываем. У меня только один ближний бой, это кузнец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фу, отбились. Нифига он отбивает эти. Так, давай-давай-давай. Валим-валим всех. Так, что он, ребята?
Алаказам! Колдует он еще мне здесь, да? А если я так сделаю? Что ты на это скажешь, парнишка? Ничего он уже не скажет, потому что он валяется, ребята, кверху пузом. Давай еще вызовем розового Полли. И вот этого вот. Я не помню, как его увеличать. Вот этого вот. Критовик бежит. Сейчас бум будет большой. Так, я вызываю еще одного кузнеца и деда алкаша. Давай-ка еще вызовем шамана. Ну-ну-ну-ну. Что-то там у них, ребят, какая-то уж стена слишком такая живучая идет. Нет-нет. Еще вызываю Полли. Ребят, у него еще и магии нету. Была бы магия. Врача! Кричит Герамлет. Нет, парень, врач тебе здесь уже не поможет. Изи. Тут еще, ребята, и время, оказывается, есть. Не все так просто. Так, 11 монет. Заброшенная музи. И алкоголик, ребят, нам достается опять же. Так, у нас, по-моему, хватает денег, да? А, нет, 344. О! Получаем, ребята, 1500 монет. Ну что же, теперь я пойду апаться. Естественно. Для чего мы с вами монетки собрали? Чтобы проапать своих персонажей. Так, ну что, деда-алкоголика мы с вами улучшаем. И у него открывается, ребят, вторая способность, которая иногда вылечит двух твоих героев. То есть, раньше он лечил одного, теперь он может двоих лечить. Это хорошо, опытный целитель. Но здоровья у него, конечно, мало. Так, что мы еще можем с вами улучшить? Давай-ка мы посмотрим. Так, по эльфам все понятно. Здесь, подожди-ка секунду, давай-ка мы его здесь вот глянем. Пиратов, ребят, я, честно говоря, не улучшал. Я не знаю, каковы они, поэтому как бы не хочу сейчас рисковать. Вот, давай-ка мы с тобой улучшим вот этого снеговика. Отлично, атака 254, здоровья тоже не очень много. Так, а что у нас вот здесь, ребят, происходит? Вот этого может быть, а? Прапать. Давай-ка прапаем. Ага, атака 240. Ладно, на будущее пригодится. А что вот это такое, а? Дымчатая попка. А что ты вообще делаешь? Ага. Так, после смерти взрывается и повреждает все вблизи. Атака повредит всех противников вблизи. Слушай, ну это хорошо. Давай улучшим. Еще могу, да? Еще улучшаем. Так, это он у меня получает какой? Ребят, это у него всего лишь третий уровень из 40. Третий уровень из 40. Офигеть, можно просто-напросто. Ну, я не знаю, давай попробуем вот этого вот улучшить. Кто это у нас? Мистер Остроносый. Что, я еще могу улучшить? Хорошо, предположим, вот так вот мы с вами оставляем. Так, у нас еще денежек хватает, поэтому можем... А стоит ли нам вот этого желтого Янси? Ладно, фиксим, давайте улучшим. Не так уж много, 10 монеток, это, я думаю, для нас копейки. Так, еще улучшение. Еще? Ничего себе, ребята, мне карточка на него оказывается. Смотри, 5 уровень. 6. Вот, кстати, он класса танк? Вот чего-чего не подумал бы. А что он делает вообще? Придаст герою случайный эффект. Вот даже как. Случайный эффект. Ну, а этих я, наверное, не буду апать. Может быть, деда... Нет, не буду я никого апать. Все, ребят, вот так вот мы с вами остановимся. Поехали далее. Так, ну сюда мы не пойдем. Нам... Так, открыть за 6 гемов. Давай откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. 22 монетки. Заброшенные музи. И пузи обыкновенные. Куранок. Что ж вы меня все кураногами этими. И лузи. Это шаман. Это, кстати, хорошо. Давай, ребят, наверное, вот здесь вот тоже мы с вами откроем и посмотрим, что нам здесь выпадет. 23 монетки. Розалинда. Опять заброшенная музи. И пузи, что они идут там нога в ногу. И глупый рок. Ладно, и последний, ребят, с вами откроем сундучок. Давай-ка. Что нам здесь выпадет? 20 монет. Так, опять Розалинда. Молниеносная буря. Так, рабовладелец мог, и все. Ладно, теперь зато я могу, ребята, 4 боя провести. И, как видим, у нас противник довольно легкий. Ну, не считая вот это. Что это у нас за лепрекон тут такой? Еще с босыми пятками сидит. Уровень 5. А, уровень 5, а у меня-то уровень 10. Хе-хе-хей! Какой он уровень 10? А, нет, 10, ребята. Ну-ка, давай. Ой-ой-ой-ой-ой.
Нет, так не годится, не годится так. О, Бамби. А почему? Ребята, в чем проблема? Ну-ка. Бумс. Так, давай, кузнец. Кузнец. Чтоб тебя, ребята, я потерял инициативу. Была моя ошибка большая. Ладно, здесь меня выиграли. Но поверьте, из-за того, что я немножко не так сделал, как надо, я начал вызывать не того. Хорошо, давай переиграем. Обязательно переигрываем. Я начал вызывать вот этого Поли. Не надо было этого делать, надо было вызывать сразу кузнеца. Но я почему-то вот так сделал. Смотрите, какой герой, девушка, да? И алкоголика вызовем. Вот так-то оно будет лучше. Опс, минус алкоголик, ребята, к сожалению. Ну, давай. Оп, отлично. Уничтожаем. Кузнецу хана, ребята. О, вообще шикарно. Смотри, что получается у нас. Так, я вызываю, ребят, шамана. И он, кстати, шамана вызвал, смотри. Но мой-то шаман, по-моему, будет покрепче. О. Так, давай. Малютка, беги. Будем... Ты смотри, что делать. Я вызываю Полли. Полли стреляет. И орка убиваем. Так, и теперь мы уже герой с вами бомбим. Так что все у нас хорошо, все на мази. Ребята, все на мази, все отлично. Когда вот этот вот малыш бомбит, вот здесь практически никого нереально призвать. Он сразу же их уничтожает. Ну а у нас победа. И награды. Опыт и кубки. Так, один сундук мы с вами заработали. Поехали, как говорится, за вторым. Ух ты, нифига себе скинчик. Так, Мэтт. Он 4 уровня, поэтому, ребят, для нас это ерунда. Ага, у него персонажа, смотрите, 9 уровень. 7 уровень. Ага, вот значит что. И всегда начинают почему-то все с кузнеца. Ну, естественно, ребята, кузнец это же имба. Ой-ой-ой-ой-ой, Полли. Ребята, вышел сам Полли. Сейчас попробуем кузнеца наказать. Получится, успеем, нет? Да ты достал там уже бомбить. Серьезно говорю. Так, о, смотрите, ребята. Что? Что это? Что она сделала? Как она так перелетела, перепрыгнула? Ой-ой-ой-ой-ой. Жалко, что мой главный персонаж ничего не может делать, ребят. Ну-ка, подобьем? Нет, не подобьем. Она меня нервирует, вот я вам серьезно говорю. Сейчас попробуем вот так сделать, а? Давай. Есть. Подбили, давай еще одного кузнеца вызовем с вами. 2 кузнеца плюс алкаш, это все хорошо. Вызываем шамана. Минус. Так, а кто у меня? А, Полли, ребята, там бомбит. Я думаю, кто же убивает-то? Так, минус эльф. Я тоже хочу вызвать Поле, ребята. Мне обязательно нужно сделать, чтобы уничтожить вот и вражеского. Бумс, готово. Кузнец, не спи, не спи. Иди, родной, быстрее. Давай алкаша вызовем. Так, он идет, конечно, медленно, но уверенно. А вот этот вот вообще быстро у нас бежит. Ага, конечно. Бумс, подбили. Давай. Главное сейчас нам персонажа вражеского победить, и все будет хорошо. Бум. Я еще одного кузнеца на подстраховку, ребята. Все. Мы победили здесь. Хе-хе. Наград, давай мне кучу опыта и кучу кубков. Так, еще один сундук. Надо нам, наверное, активировать, я так понимаю. Поехали дальше в бой, ребята. И у нас здесь все 4 уровня. Странно, почему они все 4 уровня, а? Ну-ка, сяк, вызывает кузнеца. Вызываем тоже кузнеца. И, наверное, сейчас вызову я, ребята, Полли. Нет, ребята, он вызывает орка. А мы вызовем с вами Полли. И вот так вот. Ах ты, смотри, что он сделал. Хитрожопый. Он просто сейчас взял и магией, ребята, пробил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот орк, он же опасный. Он опасный, этот орк. Так, ребятушки, извините, отвлекли маленько. Давай, вызовем. Блин, сейчас, ребят, по-моему, моего кузнеца забомбят. Или же не успеют. Скорее всего, не получится у них ни шишарики. Я потому что второго вызвал кузнеца. Оу. И вот теперь мы пойдем наяривать. Так, у них здесь кузнец плюс чу... Ох ты. Вызываем Полли. Так, минус орк. Так, давай вот этого сейчас попробуем нахлобучить. Е! Удачно у нас получилось. Я еще одного алкоголика вызываю. Но, ребят, не забываем, что у него есть массовая атака. Он может сюда бомбануть и всех моих накрыть. Так что лучше им не стоять все. Во, видите? Видите, что он сделал? Всех подбил. Жульена, этакий. Ладно, мы будем, ребята, мстить.
Давай-ка я вот так вот бомбану. Отлично. Все, я думаю, что, ребята, ему здесь крышка. Ничего он тут не сделает уже нам. И мы выигрываем. Очередная карточка, как говорится, за нами. Мои награды, опять же, опыт. И опять же, кубки. Так, поздравляем, ты достиг лиги. Лига обыкновенных джентльменов. Один. Это, ну, мне это льстит, ребята, а почему бы нет? Так, ну что, видите, у нас поменялся герб. Такой вот он стал. Ну что, делаем небольшую, ребята, паузу. Мне надо сходить на тренировочку. После тренировочки мы с вами продолжим играть. Так что не прощаемся. Ну что ж, дорогие друзья, тренировочка моя закончилась. Я вернулся, и мы продолжаем с вами играть. У нас арена 4. Так, ух ты, открываем сундук, смотрим, что нам здесь выпадет. 21 монетка Розалинды, хоть ее прокачивай, действительно, да? Очень много карточек у нас. Так, и почти ничтожный Джоу. Как же мне нравится, как его называют. И малобюджетный Тони. Так, хорошо, давай тогда... О, у нас два места, значит, мы с вами сделаем как? Два боя, конечно же, ребята, два боя. И тут у нас, ого, так, кузнец третьего уровня, ёлки-палки. Ого, тут какие-то серьезные ребятулечки-то уже пошли. Я даже не знаю. Ну, для начала надо посмотреть. Посмотреть, что это за такие враги у нас. Так что будем готовиться. Так, я понял, бежит Охламон. Давайте встретим его. Обменялись, да? Ну, смотрите, ребята, она с черепом бежит? Это какая-то шаманка, что ли? Не понял, а почему не сработало-то? Эй! А ну-ка давай, Алканавт, помогай. Что там бросается, не могу понять. Ах, крот бомбит. Крот, ребята, бомбит. Ну-ка давай. Ну, ты посмотри, что происходит, ребят. Что тут вообще творится-то? Чудеса какие-то просто на виражах, я не знаю. Как по-другому-то назвать. Сейчас, по-моему, меня тут нахлобучат. Зря я его поле-то вызвал. Зачем он здесь нужен? Вот я лопух-то. Смотрите, какой-то бежит чувак с мясом, все дела. Давай кузнеца вызывать. Накося. Так, и теперь вот этого мелкого нашего. Опс. Он не успел ничего сделать, ребята. Он вызвал еще одного кузнеца. Ну, понимаете, что никаких шансов у меня на выживание здесь нету. Нету. Он забомбил мне моего шамана. Все, и нас тут разбомбили. Так, ну что же, я могу сказать, что катку эту пройти можно. Можно, но единственное, что меня... Давайте, знаете что, откроем с вами вот эти вот ящики. Я хочу, ребят, посмотреть, что нам здесь выпадет. Может быть, кого-нибудь прапать еще сможем. Так, 23 монеты. Домохозяйка Анжела и Пузи. Так, и друид Алкоголикс. Понятно. Немножко не то, ребята, я, конечно, ожидал здесь увидеть. Так, давай-ка мы посмотрим. Тут у нас что это такое? Банда героев. А, ну это донат, да, ребят? Это у нас донат. За рекламу мы можем получить заслужи. Ну, заслужи — это наивный буба. Если мы посмотрим рекламу, то сколько нам дадут, я не знаю. На самом деле, сколько карточек. Также нам можно за рекламу открыть ежедневный сундук. Обыкновенный, редкий, эпический. 1700, чтобы открыть эпический сундук. Обалдеть, сколько мне гемов нужно копить. За рекламу, опять же, не показано, сколько мы с вами можем получить гемов. Хорошо. В общем, один сундук у нас есть. Давайте его, наверное, активируем. Всего лишь часок нужно подождать. И у нас же энергия с вами накопилась. Я думаю, что да. Я хочу подраться опять с этим. Как его там величать? Сыр-яичница, короче. Энергия есть. Давайте попробуем, ребят, набить 40%. Это, конечно, очень тяжело. Кстати, смотрите, здесь 100 гемов. Ну, 60% набивать — это очень и очень долго. И много нам придется драться. Ну, враг здесь липовый. Хотя лучник, вон, смотрите, ребята, дедушка Аркинсон уже имеет 8 уровень. И, кстати, вот здесь хорошо знакомиться с этими новыми юнитами. Куда, 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 куда ты разогнался? Эй, строитель! Не понял, в чем проблема? Ты понял, да? Прибежал, короче, тут поставил какую-то оборону и смылся по-быренькому. Так, фея. Фея тут какая-то появилась, непонятно, что она делает. Надо ее вот так вот наказать. Улетела, короче, на кедрень фени. Аркинсон, ну что тебе надо? Подбили мы его. Вот это вот... Арчиха меня просто убивает, ребята. С таким подарочком бежи, довольная. Упс, отдуплилась, к сожалению. Ой, ну тут изи катка. Я вам точно говорю. Смотрите, больно же, говорит этот Геромлет. Геромлет. Давай еще вызовем розовую Полли. Почему-то этого стрелка звать Розовая Полли. Вроде бы как мужик, но все равно ведь Полли. Так, ну что же,
Мы с вами прошли и получаем 11 монеточек. Молниеносная буря. Рабовладелец Мок. Ну что же, неплохо. Я думаю, ребята, стоит еще. У нас энергия есть, можно, в принципе, ее всю потратить. А вы, ребят, пишите в комментариях, как вам эта игра зашла, не зашла. Кстати, что это? Отмар-отшельник. Не Амар, ребята, а Отмар. И какая-то девчуля с бумерангом. Бумер-Ан. Слушай, ну что-то меня напрягает. Ах, тут опять вот этот вот хрипосос, ребят, который сейчас будет. Вот он вышел, давай-ка вызывать Полли. Пускай он расстрелит его по-быренькому пока, да? Если я вот так вот сделаю. Солидно. Ну-ка, накажем или нет, как думаете? Должны, по идее, сейчас защиту поставить. Прям перед носом, а? Гаденыш влепил. Полли бомбит не по-детски. Так, вот и Амарчик, который даже ничего не успел сделать. Давай шамана призовем. Вот сейчас мы тут всех расколбасим. Так, Ан, Бумеран погибла. И, конечно же, Кузнец. Тин-тирин-тирин. Мне нравится вот этот, ребят, как дед. Вначале такой был сопляжуй, да, а сейчас такой крутыш. Все дела. Роба у него тут появился. Ну, смотрите, мы в любом случае сейчас всех наказывать будем. Причем довольно легко и просто. Герамлет здесь просто-напросто будет отдыхать. Ну, больно же кричит он, и мы его наказываем, да? Вот так вот. Самое главное, что мы здесь с вами легко проходим, и в то же время мы с вами копим монетки, и нам достаются карточки все-таки, хоть какие-то. Мистер Остроносый. Ух ты, телепопка. Что за телепопка? 1-0. Такого не было, по-моему, у меня. Это вроде бы катапульта, хотя я могу и ошибиться. Ну что же, поехали сразу же. Следующий этап у нас. Опа! Дракон! Ребята, тут есть дракон. Нет, в этой игре-то я знаю, что они есть, но тут он может его призвать. Так, ну-ка. Ух, не можем пробить, ребята, не можем пробить. Вот он, смотри. И что же он будет делать? Кусается он, причем довольно больно. Так, получите все. Хорошо, что он первого уровня, да? Так, а это что такое за тортик? Мина-тортик, что ли, какая-то? Опа, точно, я был прав, ребят. И знаете, кто это сделал? Это сделал тот самый строитель, который прибежал. Так, 2х энергия. Значит, жалко, здесь нельзя, ребята, ускорить игру. Слушай, ну вот это вот проказник строитель выбегает, делает перегородку и сматывается, а? Хламон. Ладно, сейчас пробьем, ребят, все это дело. Тут уже, видите, они даже ничего не успевают сделать. Мы просто их прижали. Неплохо, он говорит мне. Конечно, неплохо, Герамлет. Пора тебе отдупляться, а мне получать, как говорится, ревард. Наш сладкий ревард. Денюшка. И давай смотреть. Ага, куранок. Надоел мне этот куранок уже, и опять телепопка. Слушай-ка, а у нас, по-моему, нормально так денег, да? Мы можем, наверное, с вами что-то прапать. Сейчас посмотрим, ребята, что это вообще за куранок. Скоро, это все у нас скоро должно появиться. Так, в наличии. Давай-ка посмотрим. Куранок. И кто ты? Розалинда, что ты можешь вообще делать? Ну-ка посмотрим. Каждая третья атака наносит на 100% больше повреждения. Что-то мне не особо как-то это доверяется. А ты что делаешь? Так, атака повредит всех противников вблизи. Иногда сразу победит героев с меньше, чем 40% жизни. То есть, если у кого-то меньше 40%, может сразу убить с удара, да, я так понимаю. А ты-то что у нас делаешь, а? 30% повреждения против орды. Это хорошо, когда гоблины есть, да? Понятно. Ладно, давай. А, мы же вот этого, кстати, ребята, с вами так и не протестили. Давайте-ка мы возьмем, наверное, и посмотрим, вместо кого. Вместо кого, я спрашиваю? Давай вот сюда влепим. Хочется просто посмотреть. Так, робопопки, все дела. А ты что делаешь? Что ты делаешь? Телепортирует одного героя вперед. После смерти оттолкнет назад всех противников вблизи. Что-то такая странная штука, ребят, я не знаю. Давай улучшим. Телепортирует одного вперед, да? Слушай, заманчиво звучит. Ух ты, а это еще кто такой? Толстопопка. Название такие, толстопопка. После смерти отравит всех противников вблизи. Атака повредит всех противников вблизи. То есть это для ближнего боя. Толстопопка.
Ладно. И снеговик второго уровня. 6 маны. Ребята, все эпические карты очень дорого стоят, вы заметьте. Ладно, я думаю, что пока мы никого больше не будем, давайте проверим вот этого персонажа, которого мы с вами взяли. Так, где у нас Гер Омлет? Я пришел по твою душу. Кстати, у него, ребята, тоже есть. Вот, смотри-ка, он под меня косит. Он взял такого же юнита, как и у меня. Ладно, сейчас мы посмотрим, что означает вот этот вот чувачок. Ага, вот, смотрите, ребята, он отвернулся, даже не видит, что он делает. Ну, идет очень медленно. Идет он очень медленно, так. А, вот он, ребята, он отталкивает просто-напросто всех. Ну, я считаю, что это какой-то бесполезный юнит. Ну, серьезно вам говорю, ну, бесполезный и все. Пока он вот так вот дойдет, да? Фи. Не знаю, мне кажется, нету в нем никакого смысла. Я могу, конечно, ошибаться, но вот в данный момент не вижу я никакого в нем преимущества. Отталкивает он. Ну и что мне от этого отталкивания? И самое главное, что он и очень медленно идет. Так что, я думаю, ребята, не стоит даже заморачиваться с ним. Вот Полли, да, это другое дело. Вот он стреляет. Конечно, у него... долгий, так скажем, откат до следующей стрельбы, но все-таки он эффективен. А этого я уберу из нашей команды, он мне не нравится, он мне здесь не нужен. Так, ну что, Гер Омлет, пора тебя получить по заслугам. Что такое? А что, ребят, случилось? Победа. Мы же вроде бы не подбили его, он там стоит живехонький. Так, вредитель Раф и Пузи. Кстати, Пузи скоро, ребят, можно будет прокачать. Ну что же, 30% у нас последняя с вами энергия, давайте ее потратим. А, тихо, секунду. Я могу вернуться обратно и хочу я убрать из своей команды вот этого толкателя. Совсем, мне кажется, бесполезно. Вот я лучше думаю, даже снеговика будет выгоднее взять, наверное. Хотя тут... А что ты у нас делаешь? Что такое? Перетягивает героя противника на свою сторону каждые 4 атаки. Во-первых, это... Вот, давай вот этого посмотрим. Вот. Какая-то машина-пылесос, по крайней мере, она выглядит и похожа на нее. Поехали. В бой, конечно же. Так, 8 уровень, 2, 1. Угу. Тут уже, ребят, вот этот вот опасный 8 уровня. У меня 10 уровня алкоголикс, а у него вот этот вот робот-паук. Давай посмотрим, что это за установка, что она делает. Отравляет, да, на врагов, которые будут поблизости. Ну-ка. Да ну, что это за... Ну что это за нелепая атака, вот скажи мне. Фи. Ну серьезно. Что это за бред? Как-то не особо хорошо заходит. Не особо, говорю, хорошо заходит. Давай-ка еще одну вызовем такую же. Пускай заплевывает. Но... Бомбанули, отлично. Вот, ребята, этот робот-паук, который 8 уровня у него, да? Так, Полли, ты мне здесь нужен, давай. Бомби. Так, этот у нас бюджетный Джимми упал, или как он там величать, я уже забыл. Давай так сделаем. Слушай, ну я думаю, что все, мы здесь с вами выиграли. Ничего он тут сделать не сможет. Смотрите, какой расколбас идет. Давай еще одного кузнеца с вами призовем. Еще одного кузнеца. Так. Еще одного алкоголикса. Расстрел, конечно, капитальный идет. Надо было розовое поле вызывать. О! Пумс! Просто разнос сейчас будет. Так, фею убрали. Ах ты, малявка! Кричит мне Гер Омлет. А ты-то сам не малявка, ты сейчас у меня получишь. Вот и все. Больно же. Конечно, больно. А ты что думал? Ох! А что такое было? А почему, ребята, пора... Видно, тут время. Да, ребята, я не уложился по времени. Ничего себе. Ну что же, энергии у меня там нету, да? Событие, клановый сундук. Я, наверное, один его набиваю. Кто не знает, ребята, что у меня за клан? Кстати, надо почистить в клане. У нас, я знаю, сектор тут... Ой-ой-ой, много кого нету. Ага, 12 уровней. Ну тут неплохо, ребята, прокачанные, да? Вот он я. Так, я на 14 месте. Сундуков 0. А место-то хоть есть? Нету, надо, значит, ребята, делать зачистку. Начну снизу, никого пока нет вообще. Выгоняем. Бездействие. Подожди ты, мне надо
еще выгнать. Так, давай дальше. Гречка. Выгоняем третьего уровня. Это слабенький. Я не могу, что ли, вот так вот скопом всех взять и удалить? Потому что здесь никто не активен. Ладно, ребята, есть еще немножко места там у нас. Так что, если кто, пускай заходит. Но в игре в этой я не очень. Я могу, ребят, забросить ее надолго. Так что не особо рвитесь ко мне сюда. Сразу предупреждаю. Так, ну что, у нас арена. Мы здесь с вами не закончили, кстати, бой. И нам нужно... Так, убираем, да, наверное, вот из этой команды вот этот вот чудо-пылесос, потому что он не оправдал себя, если честно. Ага, вот я хочу посмотреть вот этого персонажа, что он делает. Вот этот эльф. Поехали, в бой. Погнали. Питер Берта против нас, четвертого уровня. Вызывается кузнец. Мой тоже кузнец тут пойдет. Давай посмотрим, что ты делаешь. Ля-ля-ля-ля-ля, бежит такой с веером. Так. Точно, ребята, бумеранг пуляет. Причем по трем целям сразу, ты представляешь? И сидит себя ветром, обдувает. Так, но урон не очень большой. Я вот что заметил. Не очень большой урон. Кто нас травит постоянно, я не могу понять. Кто же нас там травит? Ой-ой-ой, боюсь, сейчас кузнец, ребята, у нас отдуплится. Но вражеский отдуплился быстрее. Опа! Шикарно. Ты не беги вперед, ты стой. Во, поле розовый у нас еще появился. Давайте стрелять. А все, ребята, мы сейчас выиграем здесь. Ага, Анжелика вышла. Но мы ее подвели. Ну-ну-ну-ну-ну, да. Шик и блеск, по-другому не называть. Победа за нами. Так, опять у нас опыт, опять кубки. Поехали. Так, следующий бой. И здесь у нас, да ничего сложного нету. Давидек Кокс. Вот так вот звать чувачка у нас. Мы будем наказывать Давидет Кокс. Всегда начинается с кузнеца, ребят. Вот всегда я смотрю, если есть кузнец в команде. А он практически во всех командах есть. Опа, это что такое? Это что, я спрашиваю, такое вышло там? Что за бумзи там такой бомбит? Молнии, да, значит, пробил. Давай тогда вызовем шамана. Так, кузнец, что такое? Так, ладно. Ты, главное, мне лечи, лечи этого. Воу-воу-воу-воу-воу. Нифига он такой, смотрите, ребят, на скорости. Просто обалденная у него скорость. Сейчас будет поле у меня расстреливать. Хоп, и нет шамана. Давай дальше с веером, побежал потихонечку. Черт подери, сейчас кузнеца моего прихлопнут. Моего кузнеца, ребят, сейчас прихлопнут. У него очень мало здоровья. Ты посмотри, что этот бимзи делает. Этот бимзи бомбит. Три выстрела он, ребята, делает. Вот что я заметил. Поэтому в наших интересах быстренько-быстренько с ним разобраться. Я имею в виду... Во! Круто, да? Круто нахлобучили. Мне понравилось. Естественно, ребята, все-все получаем, все награды. Так, а этот вот сундук какой-то, ребята, особенный. Давай, наверное, мы его откроем. Так, вначале вот здесь надо потратить, да? Монетки. Домохозяйка Анжела. Наивный Буба. Куранок опять, а? Я вот этот хочу открыть, серьезно вам говорю. Давай посмотрим, что выпадет из него. 70 голды. Бумзи. Желтая Янси. Опять куранок. Да что ж вы мне... И глупый Орок. Не особо, конечно, хорошо. Что они мне все время всучивают этого куранога, а? Мне он не нужен, мне он не нравится. Так, поехали. Нам нужно зарабатывать, ребята, сундучки. Нам нужно зарабатывать сундучки, нам нужны деньги, нам нужно прапываться, чтобы мы могли с вами дальше проходить кампанию. В кампании очень тяжело, вы сами прекрасно видели, я вам продемонстрировал это еще в той серии. И я надеюсь, вопросов ни у кого не возникнет. Почему я именно прохожу вот эти вот второстепенные задания? О, хорошо как. Давай веерочком бомбани. Ну что ты там бежишь, обдуваешься? Давай бомби, говорю, веером. Оп, он троих сразу же, да, по-моему? Раз, два. Оу, молодец. Слушай, а с веером прикольный чувак. Он прям достает вон аж до сюда. То есть, соответственно, он уничтожает и поле, и всех. Ну-ка, давай вот так сделаем. Бумс. Бежит, бежит, бежит орк, ребята. Давай еще одного с веером вызовем. Я думаю, в нем есть потенциал. Но это, по крайней мере, лучше, чем тот, который бежит и отталкивает. Верно ведь?
Смотри, смотри, что. Оп, ускорился. Но мы его подбили. Ой-ой-ой-ой-ой. Шаманы. Шаманы, ребята, вышли. Сейчас будет здесь расколбас. Ай-яй-яй. Печалька. Полли. Блин, Полли, ребята, вон он стоит. Надо его как-то уничтожать. Надо уничтожать этого Полли. Ой-ой-ой. Так, орка подбили. Слушай, ну это хорошо. Давай вызовем алкоголика. И вот этого. Вот этот очень хороший дамагер. Если не попасть под удар от кузнеца, он может сразу... Смотри, он воу, ускорился, видел как? И начинает бомбить. У него такая скорость. Все, по-моему, мы здесь выиграли с вами. Ха-ха-ха. Бал. Бал проиграл. Вот так-то я вам скажу. Отлично, давай, давай, давай. Все эти плюшки мне. Так, еще сундучок, ребят, мы с вами заработали. Ну что же. Так, у нас с вами сколько? 733 монеты. А что у нас по картишкам? Что у нас по картишкам? Анжелика. Кого бы нам прокачать, а? Ребят, как вы думаете? Может быть, вот этого вот? Стоит он того? Я не знаю, честно говоря. Но у него офигеть сколько, смотрите, скиллов. Нажми, чтобы посмотреть. Так, вот это что такое? Герой взорвется и повредит всех противников вблизи. Ну, давай так сделаем. Пятый уровень из 40, но он, наверное, ватный. Да, это, ребята, обычная самая карта. Ладно, пока не будем ничего трогать. Как думаете, я смогу пройти 78 уровень, а? Или нет? Блин, тут вот эти вот пряничные чувачки. Так, у него тоже алкоголик с 10 уровня. Это лучник, я помню. И этот у нас из базуки бомбит. Слушай, давай попробуем. Попробуем еще разочек. Если что, я поменяю персонажа. Ну, врага. Так, ну-ка. Вот предположим, у нас вот так вот все это начинается. Тут обменялись. Бумс. Ну. Ага, вот так вот. Да что ж ты, блин, а? Он, ребята, боданул именно моего лекаря. Именно по лекарю он попал. Вот что самое обидное-то. Так, давай поменяемся. Минусанули. Как этот меня раздражает. В плане. Эй. Все, ребят, нам хана. Я не могу понять, неужели вот этот чувачок вот так вот жестко бомбит? Еще какое-то ускорение у них получается там, вы видели, да? Ускорение приобрести героев. Слушай, давай-ка еще, наверное, разочек попробуем. Я, может быть, неправильно. Или давай вот так вот сделаем. О, по-моему, нам повезло, ребят. По-моему, нам повезло. Мы против Кенни с вами играем, и я думаю, что его-то мы как раз и победим. Кузнец на кузнеца. Дальше эта машина, да, выходит, которая у нас может отравить. Давай-ка я вот так вот сделаю. Да, ребята, именно эта машина травит. Блин, и травит-то причем довольно сильно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шаман, 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 давай. Да ну, почему так быстро, ребята, уничтожили? Неужели вот эта вот машина так бомбит, а? А ну-ка, Полли. Офигеть. Блин, вот когда вот кузнец подходит сюда, все, тут уже, ребят, бесполезно что-то делать. Просто бесполезняк. Какой-то бесполезняк здесь идет. Офигеть. Ладно, забомбили, но мне кажется, с этим я смогу справиться. Я постараюсь еще разочек, ребята. Я постараюсь еще разочек. Может... Кстати, давай-ка мы вот вместо вот этого вот с веером возьмем кого-нибудь другого. Потому что с веером это обычная карта. Нам хотя бы... Давай вот так вот возьмем. Вот этого вот снеговика. Да, вот так, я думаю, будет лучше. И, кстати, здесь что-то у нас курица. Ух ты! 1000 монет еще сверху, ребята, капнуло. И 50 гемов. Удача, просто, ребята, удача. Ну что же, давай посмотрим, что у нас на этот раз получится. Вот эту вот машину нужно как-то уничтожить. Она эпическая, третьего уровня. Поэтому она и бомбит, ребята, так вот жестко. Так, давай Полли у нас будет пока веселиться здесь. Полли веселится. И вот этот вот колобок, снежок этот будет бомбить. Я надеюсь, он будет замораживать, ребят. Замораживает хоть что? Хоть что-нибудь-то делает он? Я не вижу, чтобы он что-то делал. Я вижу, что нас, ребят, вот эта машина травит.
Ой-ой-ой-ой-ой, все, профукали. Профукали мы наше счастье. Ты представь, вот эта вот машина на третьем уровне делает вот такие для меня проблемы. Все, я, кажется, понял, чего здесь нужно. Но, ребят, нам надо магию. Я же магию всю убрал. Вообще без магии сейчас, в данный момент. Поэтому возвращаем. Где она у нас? Вот она. Вместо колобка и, наверное, вместо... А вместо кого? Пока не вместо кого. Вот так вот попробуем, ребят. Ну, горлопан. Так, где у нас бой? Я ж тебя все равно достану. Я ж тебя достану, где бы ты ни находился. Посмотрим, насколько у нас, ребята, сильна вот эта вот магия. Давай, поехали. Вот сейчас будем бомбить, ребят. Посмотрим. Отлично, уничтожили. Как говорится, одним охламоном меньше. Так, давай, 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 давай. Бомби, бомби, бомби. Так, я вызываю алкоголикса. Алкоголикс, ты хиль, главное мне. Шамана призовем. Ага, вот это уже другое дело. А вот та машина, ребята, тихо. Он, ребята, вызвал Полли. Я тоже вызываю. Кого мы там подбили? Я не вижу, что происходит. Полли, ты вообще стреляешь в кого-нибудь или нет? Во! Совсем другое дело. Совсем, ребят, другое дело. А что это? Кузнец взял и стоял просто-напросто. На пустом, причем, ребята, месте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Хоп, отлично. Давай еще вызовем, ребят, с вами шамана. Вызовем шамана и критовика. Пускай он бомбит. Не добежал почему-то. А если так вот? Ага. Ладно, ребята, пока, ну, якобы как ничья у нас идет. Поле, выходи, давай стреляй во вражеского поля, быстрее. Он не стреляет, ребята, он не хочет бомбить. Что ж ты будешь делать-то? Установку эту нужно уничтожить. Да ну, хорош. О, вот, пробили мы, ребята, Полли. И начинаем уже бить главного персонажа. Шаман, 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 шаман. Фу, повезло нам. Давай кузнеца вызывать. Кузнец, кузнец, быстрее, сейчас будет разбирать он тут всех. И эта установка еще появилась. Сейчас будет, ребята, бросать свой яд. Яд сейчас будет бросать. И тут погибнут у нас, наверное, все. Ну? Что ж там происходит-то, а? Полли, давай. Ты будешь стрелять или нет? Ты что там делаешь-то? Я серьезно спрашиваю. Вот так, ребята, вот мы с вами и побомбили, называется. Давай, давай, давай. Минус, да? А теперь вот так сделаем. Хобана. Что, сразу взгрустнули-то? Вот тут-то и оно. Так, алкоголик молодец. Шамана. Нам бы, ребята, вызвать, знаете кого? Конечно же, кузнеца. Ждем, копим на него. Все, нормуль. Вышел кузнец. Вышел критовик. Давай, 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 давай. Опять эта установка вылезла, а? Опять, ребята, эта установка вылезла, блин. Давай, разбомби ее. Молодец, красава. Все, и начинаем колбасить главного персонажа. Фух, напряженный, ребята, бой. Вот эта вот машина, да? Которая плюется ядом, она все-таки имбовая. Так, 6 голды. 25 гемов, ребята, мы нашли здесь. Так, 20 опыта и телепопка. Три карточки. Так, ну что, ребята, 79 уровень. 79 уровень, кстати, смотрите, левелы не такие уж большие, я думаю, пройдем. И потом 80, если мы затащим, мы с вами перейдем на следующий уровень. И это будет круто, но вначале там сундук возьмем. Ну что ж, я думаю, вот такая команда самая то. У него опять здесь такая же машина, но она второго уровня. До этого была третьего, я думаю, справимся здесь. Так, Полли у него первого уровня, у меня Полли второго. Естественно, ребята, все начинается. Так, кого он там вызвал? Ага. Тогда вызываем шамана. Я знаю, что этот кудахтальщик вызывает вот эти вот яйца. А ну-ка. Вот так вот. Одним, как говорится, меньше олухом. Давай, 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 давай. Вау, мы выиграли здесь. Ха-ха. Так, алкоголик пошел. Вот этот орк, ребята, он очень хорошо бомбашит. Он замахивается долго, но если он... Полли, ребята, появился Полли, надо тоже уничтожать. Вон, видите, он стоит. Минус. Ага. Так, критовик пошел, пошел.
успели, успели мы его наказать. Установку подбили, отлично. Смотрите, мы с вами рванули вперед. Ай, кузнец все нам помешал. Я вызываю еще одного кузнеца. Сейчас этого мы забомбили, отлично. Алкоголикса еще одного вызываем. У него, ребят, походу, нет, дела нету магии. Он не может уничтожать моих, да? Вот этих юнитов. Это плюс для нас, большой причем плюс. Упс, установочку разнесли. И добивочный, да, по красоте, ребятули. Вот так-то делаются дела у нас. Фух, что же нам выпадет? 6 монет, это понятно. Опыт, это все ясно. И куранок, как ты меня достала, вот серьезно, куранок. Ну что же, а вот, ребята, и 80 уровень. Смотрим. Так, вот здесь вот опасно, смотрите, ребята. 4 уровня у него вот эта вот огненная бомбеха. Я даже не знаю. Бомбит она массово. Хорошо, я попробую, ребята, один бой все-таки провести. Может быть, нам фартанет удача здесь, и мы сможем с ним справиться как-нибудь. Так. Давай шамана призову. Два танка, ребята, он вызвал. Я тогда так же сделал. О, мой урон вообще, ребята, ни о чем здесь. Фокус-покус, кричит этот. Так, что это такое? Ну ты будешь бомбить-то? Ты. Не захотел почему-то он бомбить, ребята. Опа, а вот и поле появился. Так, давай тоже бомбить. Ой, по-моему, ребят, мы тут проиграли с вами. По-моему, так оно и есть. Ты посмотри. Вот этот вот хламон меня раздражает, я вам серьезно говорю. Не могу. Не могу я здесь пробить. К сожалению, мы, наверное, проиграли здесь. Но на самом деле здесь ничего сложного нету. Переиграем этот уровень и попробуем пройти. Попробуем, ребята, перепройти его. Фигня какая, сдавайся, кричит, ах, гад. Пришлось... Вот эта вот фигня меня раздражает. Какими-то, я не знаю, бросается маленькими духами. В принципе, особо такого нет урона, но неприятно. Давай попробуем немножко по-другому тактику сделать. У меня, в принципе, очень много дальников, но вот у него вот эта вот магия меня раздражает, серьезно говорю. Магия, которая вот у него есть, меня она бесит. Сейчас попробуем здесь наказать. Так, нет, не можем пробить почему-то мы этого орка. Странно это для меня, конечно. Поджарили. Вот эта фигня, что это такое, ребят? Я вот до сих пор так и не понял. Надо Полли нам. Вот, будем стрелять именно Полли. Так. Что опять там? А, он магию, что ли, применил, или как? Честно говоря, я не совсем понял, что сейчас произошло, ребята. Ну-ка. Ладно. Ну, магами здесь, конечно, отбиваться это фигня. У меня нету, ребята, хорошего танка еще одного. Он вызвал себе танка, я вижу. Вот этот вот танк. Орк. Так. Причем, когда он умирает, кто-то здесь, он отравляет моих героев. Короче, ребята, нужно, наверное, здесь все-таки поменять. Я не справлюсь. Нуб! Вот гад орет там, а. Так, ладно, хорошо. Давай поменяем, ребята, с вами команду. Слушай, ну вот это уже около темы. Поехали. Надеюсь, я с ними справлюсь. У него уровень 7, в отличие от моего 6. И, как видим, у него, ребята, этот-то будет покруче кузнец. Он 3 уровня. А что вот этот хламон делает, да? Нифига, я даже магией его не пробил, ты понял? Так, давай-ка алкоголикса вызовем. Вот эта фигня, по-моему, отравляет, да, если взрывается? Если я что-то не... Пут, блин, он... Этот Полли, а? Ты смотри, что он творит. Он вызвал яд. А я, дуралей, под этот яд подставился. Да, расколбасили меня. К сожалению. Ладно, переигрываем. Вот этот вот не змея, ребята, вот эта вот обезьяна, которая яд выпускает, она тоже имбовая, бесявая на самом деле. Гемы я пока тратить не хочу, я попробую все-таки этот уровень затащить своими силами. Так, давай вызовем Полли для начала. Ты посмотри, мы не можем пробить. Так, вот, ты понял, что он делает?
Вызывает вот эта, ребята, обезьяна, и она травит. Пипец. Да иди ты отсюда, танцует мне здесь. Ох, опять нифига у нас не получилось, по-моему, ребят. Опять у нас с вами ничегошеньки не выйдет. У него такой же уровень, как у меня. Но почему у него персонажи мощнее? Я вот не могу понять вот этого, ребят. Серьезно вам говорю, не понимаю. Ладно, сдулся опять. Короче, тут расколбасили. Нуб, я тебе сейчас устрою, нуб. Магия, может быть... Да что магия? Магия у нас все нормально. Еще попытка очередная. Ребят, вы напишите в комментариях, может быть, стоит вырезать вот такие неудачные моменты и оставлять только лишь удачные. Поехали, кузнец на кузнеца. Так, я вызову сейчас поле, ребят. Вызываем поле и начинаем бомбить. И вот он, как только вызываю поле, ребята, он вызывает яд. Ты понял? Так, пока не будем, ребят, здесь применять. Так, а вот здесь вот уничтожим. Что он там делает, я не могу понять. Вот этот, ну, чувачок, что он делает? Травит. Опять у них, откуда у них вот это вот столько отравления? Что это за куда он ускорился-то, эй? Откуда у тебя такая скорость, а? Мне кто-нибудь объяснит, откуда у него такое ускорение? Погнали. Сразу два, блин, офигеть. Нет, ребята, нифига не получится у меня. По ходу дела. Нет, не могу, я не знаю почему. Слабовато орет мне. Да какой приобрести героев? Я не хочу никого приобретать, блин. Достали уже всовывать мне эту фигню. Так, ладно, я думаю, что 5 гемов я могу позволить себе вот так вот сделать. Так, а здесь-то что? Ну, ладно. Так, узнаете, да, установку эту? И какой-то скелет уровня первого. Ладно, попробуем. Фирби против нас. Опять же, они 7 уровня все. Почему они все 7 уровня, а? Так, установка, ребята, надо поджаривать. Почему? Почему не попали, а? Ребят, ну как так-то можно было, а? Ну как так? Оу, смотрите, какая орда, ребята. По-моему, вообще еще быстрее разоколбасили. Слушай, я что-то не догоняю в этой игре, ребят. Ну как так может быть? Ну вот как? У него там персонажи слабые. И он меня так бомбит. Ну посмотри, ну... Установка. Почему установку, кстати, мы не подбили? Я применил магию, но она почему-то проехала. Даже не получила ни капельки урона. Я, кажется, кое-что понял. Ну-ка. Вот. Совсем другое дело. Давай, алкоголик, не подведи меня. Так, они ватные, эти скелетики, ребят. Вот что я понял. Кто-то нас постоянно травит. Кто-то постоянно травит. Так, надо поле вызвать. Надо вызвать поле. Во. Минус. Кузнеца подбили мне, гаденыши, а? Они мне подбили кузнеца. Ах ты, малявка кричит, да? Он кричит мне, что я малявка. Ну-ну-ну-ну, кузнеца, 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 пожалуйста, ну пожалуйста. Не забили. А, нет, забили. Ребята, просто это большой шанс на победу. Главное не лопухнуться. Отравило, да, все-таки? Так, вызываем критовика нашего маленького. Беги, 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 беги. Врача, вот тебе фиг, а не врача. Неужели, ребят, мы сейчас с вами пройдем? Есть! Отлично, сундучок, ребята, наш. За 80 уровень. Вот он. 46 монет. Так, ну опыт, это понятно. Наивный Буба. Мистер Аст... Ну дайте что-нибудь нормальное-то, а? О, огненный столб. Хотя бы так. Ну, огненный столб, если его раскачать, это нормально. Ну что, ребята, перелетаем в следующий портал. Ох, 142 монеты. Вот, ребята, открываются эти карточки, которые мы с вами получили. Так, вредитель Раф. Пузи обыкновенный. Дедок Аркинсон. И Лузи. Жалко, не можем мы его прапать. Так, и малобюджетный Тони. Ну, ё-моёшечки, а, ну, серьезно. Ты открыл новую главу. Пятую, можно разблокировать. Вот, ребята, новые персонажи. Ага, вот они где, значит, берутся, да? Вот эта обезьяна с ядом. Гоблин Хилл
И вот эти вот чувачки, которые бросают маленьких джинов каких-то там. Ух ты, какая-то деревушка, ребята, у нас здесь. Фух. Ну что же, на этой ноте мы, наверное, с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии. Ну, а кто смотрел этот видосик, тот молодец. Так что, ребятушки, до новых скорых видосиков. Всем пока и удачи.